А перед началом видео хочу напомнить, что каждую неделю я рандомно разыгрываю стикеры среди тех, кто подписался на мою страничку ВК. По секрету, чем вы активнее на страничке, тем выше вероятность выиграть. Ссылка в описании. Привет, привет, ты тоже в школу ютуберов, да? Да, привет, а ты кто такой? Офигеть, я тоже, я буду Саториком, скоро буду самым топовым ютубером! Так, мы уже почти приехали, да, по-моему? Вроде бы почти приехали, дяденька, мы приехали? Да, вот мы уже в пути. Ну, вон, видите, впереди вот ваша школа. Какая она крутая, большая, там что, 6 этажей, что ли? А там много ютуберов! Много? Да, там очень много ютуберов, поверьте мне, они будут вашими учителями. Хотя вы сами скоро станете такими же. Круто! Я вижу самого Аида! Все, приехали, пошли! И Лолосочку везла! Лолосочку? Не, таких не знаю. Ты плохие ЧСВшники. Че? Дяденька! Да, что? А где мы будем жить? Покажите нам наши комнатки. Как раз вам хотел это сказать. Ладно, пошлите за мной, я сейчас вас немножко проведу по этой школе, сделаю экскурсию, все такое, да. Офигеть, какая большая школа. Скажите, а ты мастер тут Е? Да, конечно, Е-Е. Е-Е, а Лолосочка, Аидик тут есть? Ну да, это у вас Аид будет учителем математики, а Лолошка учителем литературы. О, да, это круто. Наверное. Так, куда вы нас ведете? Я вам экскурсию провожу. Смотрите, тут у нас кабинеты, например. Вот здесь, в принципе, у нас лестница. Нам нужно на самый верхний этаж. Вот там у вас будет жилье. Мы будем жить на самом верхнем этаже, крутецкий. А компьютеры нам сразу дадите? Компьютеры нет, они будут, скорее всего, на втором уроке, да, потому что первый у вас будет такой более информативный, будут вам рассказывать про что тут как и надо делать. Ну, в принципе, я думаю, вы понимаете. Так, проходим сюда. Так, ну, смотрите, вот, например, комната для мальчиков. Это, наверное, вы будете, Саторик, проходите, посмотрите, что там. Класс, и компьютеры есть, смотри, даже два сразу. О, мне нравится, это сразу мне, да, я ж могу здесь остаться, ты ж не мальчик, ты ж не мальчик. И чё? Простите, но вы девушка, пройдемте со мной. Я хочу посмотреть ваши, может вас круче. И что, ты будешь ну да, тоже заходите. Вот ваша комната для девочек. Вот, тут даже круче. Да, мне тут нравится больше, так что давай, иди отсюда, Сатурик, я здесь буду тусить. Вай, крутец. Не-не-не, офигеть, мне нравится. А чё у вас горшки тут делают? Сатурик, ты что, глупенький, это не горшок, это для вещей, корзиночка. Ладно, обустраивайтесь. Я пока что пойду отвезу автомобиль обратно. Пошли, я поставлю вещи свои, я же с собой брал вещи. Так я тоже брала с собой вещи, ну ладненько, давай пойдем. Так, смотри. А что ты с собой взял? У меня тут будет расписание. Кстати, Саторик, а мне вот интересно, а мне вообще можно в мальчишескую комнату, если типа это комната для мальчиков? Ну, если тот, кто будет со мной жить, не будет против, то да. Так, вот мой портфель. Круто, когда к тебе заселят того, кто будет с тобой зить? Ну, я даже не знаю, ты прикинь, теперь мы станем ютубером, будем снимать Майнкрафт. Ой, круто, давно об этом мечтала. Так, ручки. Ой, теперь шкаф не открывается, я поставлю. Ты слышал, кто это был? Кто там ходил? Мне показалось, что... А тут уже вещи мои. Слушай, Сатурик, я, кажется, там кого-то видела, мне страшно. Вот там, а что страшно? Тут же много людей, ютуберов, ты чё? Да там оно было вроде бы страшное существо. Сатурик. Ладно. Мне показалось, закрой... оно на меня... Оно на меня смотрело! Ой. Закрой дверь, пока побудем тут. Пока не придет наш... руководитель и будет рассказывать, что делать. То есть мы ждем, пока он к нам зайдет и покажет нам все, да? Да, так я себе поставлю сразу. Уроки буду вот тут делать. Прям тут, а так можно. Мне казалось, за компьютером все делают, нет? Ну и за компьютером буду делать. Здесь буду играть в Майнкрафт, а тут что-то писать. Короче, ты выбираешь вот эту сторону. Я бы выбрала вот эту, потому что здесь есть диванчик и плазменный телек. А ты прикинь, ты такая тут сидишь, а, ой, наоборот, вернее, вот тут сидишь, лежишь, спишь, а они все шастают, чтобы телевизор посмотреть, такие, опа. Смотри, там кто-то пришел, смотри, какой-то мальчик белоблисый. Здравствуйте. Привет, ты тоже ютубер? Так,
Ну, почти что. Я ваш куратор на данный момент. Это ненадолго, поверьте мне, потому что, скорее всего, мы поменяемся. Ну, я как вижу, вы у нас первые. Так, а можно задать вопрос? А что тут делает девочка в мальчишеской комнате? Она просто смотрит мою комнату. А что, нельзя, что ли, девочка в мальчишескую комнату? Не, ну, знаете, вот понимаете, как бы мальчик и девочка в одной комнате, ну, такое дело. Ну, и все-таки должны предостерегаться. Подожди, а мы так не познакомились. Как тебя зовут? Флясочка. Вот, да. А я уже говорил, я буду Саториком! Я уже тебя Саториком называю. Во, отлично. Мы же друг друга называем так, да, Да. Все. Пошли теперь в комнату твою посмотрим. Куратор, а что нам делать теперь? А, ну, в принципе, сейчас можете тут еще походить, посмотреть все. Я вам должен показать все кабинеты, где вы должны будете учиться. И, в принципе, чему вы будете учиться. Полностью вас подготовить и проинформировать. Скажите, а будет урок Майнкрафта? Как снимать Майнкрафт? Ну, конечно, в принципе, эта школа на этом и построена. Фу-фу-фу, круто. Майнкрафт. А то мы не умеем снимать Майнкрафт, это очень важно для нас. И чем быстрее приступим, тем лучше будет. Пошли, нет, сначала посмотрим на твою школу, ой, на твою комнату. На мою комнату? Ну давай, правда, тут в принципе то же самое. Я заметила, что у нас комнаты вообще одинаковые, то есть вот такие же стеллажики. Но у вас поменьше комната, заметила? А кстати, а почему? Что за несправедливость? Ну зато у вас уютно. Ну... Так у вас тоже как бы уютно, у вас даже плазма есть, а у нас что, смотри, столик, где можно краситься. Это, конечно, хорошо, но, тем не менее, посмотреть плазму, поиграть в PSP будет очень круто. Ой, надо еще идти с другими ютуберами знакомиться. А скажите, а кто уже приехал? Кто? Когда учебный день начинается? Вот. А, ну, в принципе, я думаю, он начнется с завтрашнего дня. Пока что все, кто еще не доехал, заезжают в свои комнаты, селятся, и их кураторы тоже их информируют обо всем. Ого, что, у каждого свой кулятор, что ли? Да, ну не у каждого, а у каждой группы. Вы у нас, наверное, будете в одной группе. В смысле в одной группе? Она меньше меня, она должна быть меньше. Да в смысле, я просто ростом меньше, потому что я девочка, а ты мальчик, ты выше меня, поэтому. Не потому что я меньше, не потому что я младше. Понятно тебе, понятно тебе. Обращайся со мной как с лявным ютубером. Ой, да ладно. Надоело. Ты что мне бьёшь? В общем, вы будете в одном классе, в первом, как бы, в первом классе школы ютуберов. Угу, ну все равно это круто, школа ютуберов! Это что, выходит, с каждым годом мы будем подниматься, или как это все происходит? Ну, там уже как посмотрим, как вы себя хорошо будете вести и как будете хорошо, отличаться от других. Хорошо, пошли смотреть школу! Так, окей, пройдемся за мной. Уиии, с лестницы съехал. В принципе, главное, я хочу вас попросить это не опаздывать на уроки. Вы же все-таки здесь живете. Так, в принципе, здесь вы можете сложить свои вещи. Ну, в принципе, раздеться или что-то такое. Свои вещи? Хорошо, мне нравится. Опачки, сложила свои вещи. Ты барабанную установку зачем-то с собой брала? Так в смысле, сказали свои вещи положить, я положила. Разве неправильно? Ты что, музыкант? Ну... Да, что? У тебя какие-то смотри, проблемы? Смотри, какой карандаш большой. Да, это, кстати, очень забавно. Так, погодите, а тут раздевалка тоже общая? Типа по классам этим группам делится? Ну, вы же все-таки не будете тут нагло раздеваться. А, ну, наверное. Опа, сейчас. Я хочу тогда от Саторика подальше, а то его вещи с моими. Тут. Эй, что это? Сатурик. Раздевайся. Ой, одевайся, пошли дальше смотреть. Опачки, все, я все сложила, можем с тобой идти. Что так, дальше? Так, пошли. Пройдемте за мной. Смотрите, вот здесь у нас есть некоторые кабинеты. Например, это у нас кабинет русского языка и литературы. Ага. Ну вы же все-таки ютуберы, вам придется как-то ставить на место свою дикцию, все такое. Вот столовая. Типа будем кусать, но правда тут походу еще ничего ремонт, не готово. Тут ремонт. Вот уже да. Кушать, кушанье есть. Так, какая-то еда есть? Что в комнату относить еду, в принципе, если что, я сам вам принесу еду, и вы поедите нормально. Ничего себе! Мы как звезды будем, да? Так, кстати, погодите, вы же все-таки будущие ютуберы. Так, а отсюда можно брать еду и таскать в комнату, я не поняла. Он говорит, сам принесет. А сами им что, нельзя? Можно? Ну, нет, потому что здесь ее не будут готовить, а выдают ее только лицам, которые здесь работают, а не учатся. А зачем тут тогда столько столиков? Ну, потому что здесь ремонт сейчас, столовая не работает. Ну, я понял. Так, еще дальше.
Что здесь? Здесь у нас... Подсёвка. Это у нас просто кладёвка. Методический кабинет. Да. Я тут понял. Тут у нас книжки. Тут у нас социальный педагог, он будет с вами разговаривать, если вы будете хорошо или плохо себя вести. О, что-то такое. Так, по-моему, мы не в ту сторону пошли. Тут уже какие-то эти... для служебного входа. Тут замдиректор. Ой, нет, вам туда не стоит идти, а то директор сейчас вас укусит. Он у нас кусючий. Походу, тут директор уже давным-давно, кранты его там нету, и там паутины много. Ну, я не знаю, это, наверное... Кабинет труда, я всегда мечтал создавать что-то. Как тут круто. Творить. Ой, тут очень странно все выглядит, но очень прикольненько. Так, пошли еще в другое крыло, я хочу посмотреть всю школу за раз. Так, пройдемте со мной, я покажу вам и с другой стороны, что у нас происходит. В принципе, школа у нас очень обширная и большая, места для всех хватит. О, как круто, Фласка! Вот, слушай, а ты знаешь, моя девушка тоже сюда приедет, и ее мама приедет, наверное. Чего, что мама тут будет делать? Это о, не, не мама, ее подруга приедет, во. Так, давайте пройдем в первый кабинет. Это у нас урок математики подсчета подписчиков. То есть вы будете примерно понимать, сколько у вас сейчас подписчиков и сколько будет через год. Капец, мы будем считать, уметь считать подписчиков. Офигеть, это круто! Наверное, круто, хотя это очень странно, мне кажется. Так, пройдемте со мной. А урока по накрутке нету? Урок по накрутке, но это будет кружок небольшой. Вы можете туда тоже заходить. А мне казалось, накручивать нельзя. Ну ладно, ладно. Так, здесь да у нас... Да нет, там учитель будет его вести как-то там на фе. Во, давайте. А это что за кабинет? Это кабинет постановки камеры. Ну, в принципе, там как хромакей, все ставить, как освещение и все такое. Офигеть, все. Можно будет еще снимать себе свое лицо, не только Майнкрафт. Ну, а я без лица снимаю, я снимаю только своим персонажем. Ну, значит, у тебя другие. У тебя будут другие уроки, отличаться будут. Так, ну этот еще тут недостроенный. Дальше показывайте. Да. Здесь у нас кабинет примерно такой же, ну да, все-таки школа такая. Так, извините. Не все кабинеты еще используются. Что? Так, мы, наверное, пойдем, потому что мы с дороги очень устали. Приедут ну да, другие, конечно. И вы все вместе приведем экскурсию, все вместе нашей группой, вот. Хорошо, конечно. Если что, еду я вам принесу где-то ближе к вечеру. Хорошо, Фласка, погнали быстро. Хорошо, спасибо вам, дяденька Акулятор. Ой, я что-то так проголодался, даже двигаться не могу. Я тоже хочу есть. Так а где? А нам же дядя сказал, что он принесет вечером еду. Да, я тоже. Жрать хочу, не просто кушать, а жрать. А может быть, проберемся в столовку и сопрем яблочки на стейке? Да не, я думаю, я же ютубер. Закажу пиццу, правда, на все свои деньги. Ну ты вообще, там же яблочко было в столе. Хоть заходи ко мне. Все равно не увидит тот дядька, какой-то у сети ронопка никого нету. А я поиграю в Майнкрафт пока что. В Майнкрафт, ну ладно, я туда точно хочу поиграть в Майнкрафт. Во, давай на одном сервере. Давай, кто откроет, ты или я? Я запускаю. Давай.